Александр Никитич Лагунов родился в 1926 году в селе Качипово Тобольского района. В 1943 году он пришел в военкомат и сказал: «Я отсюда никуда не уйду, пока вы не проявите в действующую армию». Его отправляют в одно из пехотных училищ Тюмени здесь. Он получает специальность наводчик бронебойного ружья. Узнали наши разведчики, что фашисты готовятся прорвать нашу оборону, значит, и использовать для этого понтонный мост. Командир сказал: «Ребята, сделайте несколько окопов и продержитесь до подхода основных сил». Только забрезжил рассвет, как вдруг раздается страшный грохот, и 12 вражеских танков «Тигров» движутся по понтонному мосту в направлении, где находился Александр Никитич вместе с своим помощником. Стрелять по танку лоб в лоб снарядиком из бронебойного ружья бесполезно. Александр Никитич заметил, смотровую щель что-то сверкнуло. Когда танки приблизились на расстояние выстрела, он стреляет, танк останавливается и становится боком. Топливный бак. Выстрел по топливному баку, танк загорается. Они перебегают в следующий окоп, раздается взрыв и погибает его напарник. И вот в этом бою Александр Никитич практически один подбил 5 вражеских танков. И в 1945 году, в марте месяце, значит, золотой звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина. Всего за свою службу он был награжден 3 медалями за отвагу, 2 орденами первой и второй степени славы.